учреждения ОЧС ввели в двух районах города из-за аварийных домов. Постановление подписал первый замглавы города Владислав Логинов. Два двухэтажных дома на Туруханской 4 и Учумской 3 признаны опасными для жизни из-за аварийного состояния строительных конструкций. Департамент городского хозяйства должен организовать противоаварийные работы. Жителям предоставят помещение маневренного фонда на время ремонта.